Пацаны, а кто догнал, тот пиздит, блядь. Тогда интереснее, блядь. На всех жалуюсь, блядь. Да конечно, все. Блядь, едет. Один катаюсь, блядь. Один. Вас, блядь, вот голову. Ну неправда, поначалу мы давали тебе. Пару моментов было, я. Брата, грубо говоря, вам надо сделать три переезда. Это вот просто вот так вот трех не подогнали, просто вот трех постоит, а здесь кстати не приезжает. Первая траектория вот туда вот прямо. Еще заезжает, какая-то траектория начинает в сторону уходить. То на заднем в конце, бля, там балансирует, выезжает. Мотоцикл начинает ударяться, ты в этот момент сделай приседание и все, упади на руль. И... Газ. Давайте вот с этого положения мы начнем. Возвращаемся, как вот выставиться в исходное положение. Например, мы едем, да? Все, выставимся. Делаем вот этот закат и вот так паркуемся сюда. Что мы здесь должны сделать? Здесь у нас внизу нулевая скорость, которую мы должны, в принципе, начать ехать туда в подъем. То есть до середины подъема я буду держать полный газ. Первая передача. Мы, если включим вторую, мы будем ловить зацеп и будет переворот. Поэтому, опять же, буксующее колесо до середины подъема.
То, что мы на тренировках тренировали старт, вот здесь мы его и применяем. Вот садимся вот таким вот образом. Не встаем и едем, а именно вот поддержать. И дальше в этом же наклоне грудью мы едем до конца, до верха. Как только мы чуть-чуть отклонились, мы натянули руль, он будет на заднее колесо подниматься. Бросаем сцепление и заезжаем. Охуеть! Давай! Как Антон заезжает, он сидит вот тут, он на зацепе заезжает, ну дай, блядь, он еще... вообще вот тут сидит, дай еще 5 метров горки и все, да, все, ну, понимаю, куда он заедет, а дай чуть еще уклон. Thank you.
Thank you.
А что делать с этим? Куда лучше? Сюда. Это камень. Утекай. Если бы камень поломали. Вы же сразу хотите... А ты хотел спрыжечку такую сделать, да?